Пенза. Дарья Денисова, город Сергиев Посад, судья татами номер 3. Займите свое рабочее место. Приглашается команда города Рязань и команда город Кирово-Чепецк. Приглашаются Курчевский Артем, Якимов Владимир, весовая до 38 килограмм. Со счетом 10-0 чистым броском победу одержал Курчевский Артем, город Рязань. На татами приглашается весовая категория до 42 килограмм. Воробьев Николай, Рязань. Прокофьев Денис, Кирово-Чепец. Счетом 10-0. Красивым броском победу одержал Воробьев Николай, город Рязань. На татами приглашается весовая категория до 46 килограмм. Бобкин Александр, город Рязань. Зуев Павел, город Кирово-Чепец.
Удержанием победу одержал Бобкин Александр, город Рязань. На татами приглашается Плешенков Георгий, Рязань, Серебряков Даниил, Кирова Чепецкий. Еще раз покажите оценку кому. Зачем он 10 тоже победил за вопрос? Как сейчас? Шелшов. Счетом 10-0 удержанием победу одержал Плешенков Георгий, город Рязань. Вот там приглашается Нечаев Дмитрий, Петраков Иван. Поправочка, Меграбян Артур приглашается от города Рязани. Удержание победы одержал Петраков Иван, Кирова-Чепец. На татами приглашается Воробьев Даниэль, Кадочников Егор. Города те же.
Golden Scorp. Со счетом 1-0 победу одержал Егор. Победу одержал Егор Кадочников, Кирово-Чепец. На тайм приглашается Лешкинов Артур, Рязань, Катаев Иван, Кирово-Чепец. Удержанием победу одержал Лешкинов Артур, город Рязань. Катаев Иван, город Кирово-Чепец. На построение команды. Победу в наших соревнованиях, в нашей схватке между Рязанью и городом Кирово-Чепец. Победу одержала команда Рязани. Со счетом 4-3.